Ледовые скульптуры на театральную тематику, гирлянды на подъездах и горки во дворах. Новогодний наряд Сургута – дело рук не только местных властей. В этом году украшением уличных пространств впервые занимались обычные жители. В городе объявили конкурс на лучшее оформление двора. К участию привлекли управляющие компании. Подробности в репортаже Светланы Чанцевой. Солистка Большого, Карабас-Барабас и даже сцена боя Тиреадора с быком. В экспозиции представлено 6 скульптурных композиций. Они отражают такие жанры, как кукольный народный театр, опера и танцевальное искусство. Ледовый городок за хрустальными кулисами – подарок чиновникам, жителям города. Над скульптурами из льда работали лучшие мастера страны. Победители международных чемпионатов и конкурсов из Москвы, Нижнего Новгорода и Харькова. Лед каждый год выбирается в несколько этапов, делаются замеры, делаются пробы льда, чтобы он соответствовал всем параметрам, был достаточно чистый, достаточно прозрачный, поэтому это несколько водоемов. Поиском чистого льда и качественного снега в этом году впервые озаботились не только скульпторы, но и обычные горожане. В Сургуте украсили к новогодним праздникам десятки дворов. Мотивация – победа в конкурсе на лучшее оформление уличного пространства возле домов. Привлекать к участию можно было и управляющие компании, поэтому собственники вместе с сотрудниками ЖЭКа установили в своих дворах елки и праздничную иллюминацию. Предложили управляющей компании принять участие, помочь нам финансово. Тем более у нас есть деньги дома. Собственно, так как дом молодой, первыми откликнулись наши мамочки с детками, которые сделали чулочки на подъезды, сделали шары на елку собственными руками. Управляющая компания нам помогла нарядить наши подъезды. В рамках конкурса в администрацию поступило более 50 заявок. Борьба за лучшее оформление уличных пространств развернулась не только между собственниками домов. В состязание включили школы, детские сады и даже рестораны. Организаторы уверяют, к такой активности людей не были готовы. Поэтому объехать все нарядные дворы у жюри не получится. Оценивать креатив участников приходится по присланным фотографиям. Критерии оценки, новизна, какой-то интересный креативный дизайнерский подход. Здесь вот в этом дворе, конечно, покоряет то, что это коллективная работа, что люди отнеслись творчески, что люди тут подружились, ходили тут с детьми, все делали. То есть здесь очень интересно и необычно. Победителей конкурса объявят в 4 номинациях за лучшее новогоднее оформление фасада, территории, елки и горки. Имена награждаемых станут известны после новогодних праздников. Дорогие призы в конкурсе не предусмотрены. Лауреаты получат только благодарственные письма и грамоты на память. Светлана Чанцева, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.